Посмотрела, что это за штука, я расследую, это не ловушка. Оказывается, она просто стоит вот так на месте и ими кидает врага. Фигня. Перераспределил и взял две вот эти вот стандартные. Ну вот эту штуку, наверное, брать можно. Щит лезвий. Ну, тоже посмотрим. А вот это я не смотрел. Устанавливается вращающееся лезвие. Сейчас вот это посмотрим. Выйдем из города. Здравствуй. Сбегал чуть-чуть, я тут нашел статуэтку, пока тестировал ловушки. Допустим. Ну, мне нужен моб какой-нибудь. А, вот так они летают, да? Недостаточно маны. Да не, фигня какая-то. Давайте скинем. Так, у меня на 9 они были. Ну и вот это. Ускорение. Понятно. Да? Так, кому там что надо отдать? Месхиф, месхиф или месхиф? Да. Отдайте месхифу статуэточку. Пошли, дадим. Не верю своим глазам. Распустите Кайна, золотая птица. Я читал легенды о мудреце по имени Куиле, который... Золотая птица Куиле. Я с... Все, да. И также я побывал, нашел вот такой глаз Халима и нашел такие перчатки с двумя гнездами, потому что в Гроздьях Гнева я видел рецепт фиолетовых камушек даже для перчаток. Не забывай. Не забывай. Мозг Халима. Ну, пошли. Поищем. Вон получил логово, я тут чуть пробежался за кадром. И нашел. Глазик. Прекрати чуть-чуть серию, я тестировал ловушку. Кроме вот этой. Вот эту я вообще не обратил на нее внимания. Ну, как оказалось, хрень. Алмаз, много камней потребуется для рецептов.
Но мне интересно. Именно фуригемные слова проверить, которые только здесь есть в этой модификации. Вот как ловушка замечательно чистит все. Плохо. Я перегружена. Блин. Я перегружена. Сейчас возьмем. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Так, что у нас? Переходит в ману, полученный урон хрень. Плохо, здесь очень так. Нельзя заморозить, у нее есть орлиная кольчуга. Максимальная защита от холода, повышение защиты весьма неплохо. Это мне пригодится. Да, поставим ему наемничку, чтобы его нельзя было заморозить. Шестьдесят один от холода, охренеть, уже. Несколько раз убивали наемника в пещере, пока я глаз добывал. Там ледяные глыбы, которые трясут землю. Это просто жесть. Мне нужна мана. Наемник у меня не потому, что я соло играю. Если бы я играл с кем-то, я бы, наверное, не брал бы такого наемника из этого акта на защиту. Ну, зачем он мне сейчас? То есть дает защиту. Я в основном рейндж так, то есть дальняя. Хоть и магическая с помощью ловушек, но мобы практически не добегают. Редко, когда она получает урон. Он, по идее, сейчас только сжирает опыт. Поэтому я подумал сходить в Вудгалейн, взять другого, попробовать, может быть, он поможет. Потом, думаю, ладно, хрен с ним, пусть будет. Он как мясо, сам по себе из-за этой ауры он крепче. То есть он будет какой-то урон впитывать. Пока его бьют, я ставлю ловушки. То есть какой-то от него все-таки прок будет. И не спал. Потихоньку, но танчит. Так, фиолетовые камни все собираю, потому что я не знаю, какая точно пригодится. Какой, вернее, кварц. Маны. Неприятная штука. Манадеры. Так. Что
Что это тут у нас? Рубин, рубин. Пойдем поищем. Постой и послушай. Привет, Скую. Сейчас тут синие вещи, но я думаю, можно не собирать. Пока что. Почему-то нельзя складывать сюда больше 150 тысяч, это вообще странно. Тот же Lord of Destruction я играю. Там можно. Лес все еще, да? Я хочу найти копье. Я не помню, у кого этот квест брать, но я помню, что тут еще игра в World of Destruction я находил. Не могу найти, а нифига. Oh.
Болотистая яма какая-то. Нет, тут просто был портал, точно тут ничего нету. Я помню, что там у них такой лагерь какой-то, как палатка, фигвам стоит, что-то тут я не добежал, возможно здесь что-то будет. Сходим туда. Все равно ассасинка быстро бегает. Ну вот, плюс еще ловушек, через ловушки играть, что, как я понял, нет необходимости заморачиваться катаром, потому что тут урон не написан. Вот он здесь написан. Сколько выстрелов делается. И так далее. Да. Так. Я собираю ключи? Нет, я уже эти синие не буду собирать. У них достаточно будет. Ну, думаю, пригодятся еще. Посмотрим. Списывать со счетов их рано. Камней выпадает, ну я их потом перемешаю. При смешивании тут тратится не 3 руны, а 2. Blood Destruction именно 3 руны надо. Причем начиная с руны Ан, по-моему, нужны уже камни. То есть 3 руны и там какой-нибудь камень, чтобы получить следующую руну. Вот так. Да, эта ловушка, площадь у нее, конечно, вообще лютая. Прям кусок такой покрывает. Балерина священник, только паладина. Нет, нифига тут не оказалось. Ладно, пофиг, если попадется мне копье это живодеров, то я возьму. Нет, хрен с ним. Так, пойдем. Не хочу заострять внимание на какой-то такой побочный квест.
Так, что тут у нас? О, уровень. Все в живучесть, когда... Пробуждение молнии, давай. Гриб. Угу. Так, это тупик, значит, переход здесь. Какая-то руна. Так, где мой напарник? Чё-то я никак. Да? О, видимо, он где-то там где-то застрял. Привет. И не смог вылезти. Холода. Так. Вот это вот заряжено при ударе. Хрень. Поставим повышение шанса магического предмета. МФ. Поднимем МФ. Чуть-чуть всем. Вот ключи. Гриба у меня еще не было пока. Камни, тальки всякие. Так, руна. Ну вот. Книга мощь. Коплю свитки. Будут попадаться, буду сюда их, так сказать, подклеивать. Темница живодера. Начинаю.
более хорошие камни, вот такие некачественные падают. Треснувшие фигу с ними. Тоже ничего нету, дальше бежим. Толстый удар. Ну, на бой, на бойца вообще отлично будет. У меня вот тут просто здесь очень быстрое наложение заклинаний есть. Ищем живодера. Сюда глаза глядят, бежим. Бег, ходьба, защитный холод 40, защита от огня. Да нет, я свои не про меня, движется она мне так довольно быстро. Thank you.
много, а там набегает. Так, рунает. Так, вот, по-моему, это оно. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот и все, видите, а положить и нельзя. Косяк какой. Нагрудники пригодятся для рецептов. Пара рун. Масло. В рецепты буду смотреть потом, когда накопится, что-нибудь будем варить, делать. Обязательно. Камни. Камни помешают. Сейчас падло. Смешать это долго, очень муторно. Так, джунгли живодера. Вот эта штука. Какой замечательный клинок. Надо посоветоваться с Ормусом. Обязательно. А вот и темница живодера. Все тут рядышком. Я думаю, сейчас найдем этот. Что-то надо найти. Мозг Халима и серию закончил. Да? Долгие поиски по джунглям. Привет. Вот деяние достойное. Это магич. Добрый день. Стой. О! Минимальному атаку молния огнем. Так, вот эта штука хорошая. 6 дробь при попадании, мне не надо. 20 урона ядом. Ашиарой. Наемница, что ли, вот это, да? По-моему, это она, да? Теперь для охраны пристани. Да. Ну что, темница живодера. Пошлите к живодерам, найдем. Мозг. Блуждание вот эти вот. Ужас просто. Катакомба. Тюрьма, не знаю. Темница. Что? Так, тут не выйдешь, тут не выйдешь. Думал, что вот эти ловушки, ярость лезвия, очень надеялся, пока не изучил, пока их не посмотрел, думал, что они устанавливаются на землю. Каша тути. Думал, что они, как и эти, устанавливаются на землю, и из них там вылетают, например, вот это вот лезвие вращающееся.
Так, там какой-то гад, ведьма-доктор. Иммунитет к огню. Ух ты. Вот, посмотрите на этого дурачка. Застрял. Ну, как бы иммунитет, ладно, окей. Халима. Какая удача! Мозг Халима, добрый день! Да, невероятная, причем удача. Сам мозг взял и нашелся. Все, что? На этом, я думаю, привет. Спасибо всем за просмотр. Всем пока, увидимся в следующей серии.